Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Прошлый прогноз у нас с вами отработал на ура, мы пробили зону 7000 долларов. Друзья, я искренне не могу понять, откуда это у вас. Мы пробили зону 7000 долларов, и сейчас все, кому не лень, начали говорить то, что идем на 8500. Остановитесь! Ребят, вы должны понимать то, что 8500 долларов – это глобальная зона. У нас по пути еще выше крыши локальных зон. Хотите, обозначу какие? Да пожалуйста! На данный момент до зоны 8500 долларов у нас есть 4 локальные зоны. Это 7100 долларов, 7400 долларов, 7700 долларов и 8150 долларов. Причем сильные из них это 7100 долларов и 8150 долларов. О каком вообще походе на 8500 мы сейчас с вами можем говорить? Нам для начала надо пробить и закрепиться на этих зонах, которые я только что озвучил. Поэтому, друзья, на данный момент 8500 долларов это наша светлая мечта. Почему светлая мечта? Да все очень просто. Просто если мы будем пробивать эту зону, то это будет предпосылка, причем качественная предпосылка к развороту тренда. То есть пробитие 8500 нам поломает глобальный нисходящий тренд. Поэтому, в принципе, этой зоны многие и ждут. Но пока же, друзья, объективно рано об этом говорить, потому что наша цель сейчас реальная – это пробитие и закрепление 7150 долларов. Те, кто хоть немного шарит в крипторынке, плюс те, кто смотрит мой канал довольно давно, прекрасно знают о проекте MonsterBit. Если честно, рассказывать об этом проекте мне нравится, потому что каждый раз, когда ко мне обращаются за интеграцией создатели, я вот проверяю их проект и вижу, что все, что они обещали на прошлых стадиях, все реализовано. Для тех, кто в танке, расскажу. Проект MonsterBit – это аналог игры «Криптокоты», которая в свое время очень хорошо стрельнула. Только MonsterBit – это немножечко другой уровень. То есть в криптокотах надо было просто покупать котов, размножать котов и продавать, то здесь все гораздо интереснее. Тут есть и битвы монстров, и оружие, и еда, и множество всяких фишек. Плюс проект довольно основательный, я думаю, что он стрельнет. Как и обещали разработчики игры, первая часть уже полностью готова. Появилась сама площадка, появился личный кабинет, где люди, которые уже покупали токены, уже зарабатывают на них. На данный момент идет уже третий раунд ICO. Предыдущие два раунда ICO собрали в полном объеме все средства. Разработчики сделали все, что обещали. А токены уже несут своим владельцам доход. Внизу в описании я оставлю три ссылки. Первая ссылка – это непосредственно ссылка на саму игру. Вторая ссылка – это ссылка на сайт, где можно приобрести токены. И третья ссылка – это ссылка на личный кабинет, где за токены проекта можно купить рекламных монстров и уже начать зарабатывать на проекте до его старта. Также должен вам напомнить про риски инвестирования. Они есть всегда, но проект серьезный. Все ссылки вы можете найти в описании. Друзья, сейчас ситуация по топовым альткоинам реально радует. Как я уже говорил в прошлых видео, мы с вами нащупали дно, сформировали большое количество локальных поддержек. Но очень большая доминанта битка все-таки показывает нам, что на самостоятельные серьезные движения по альткоинам нас сейчас рассчитывать не приходится. Все равно альткоины будут ходить за битком. Собственно говоря, поэтому я сейчас отвел альткоины на второй план и больше занимаюсь биткоином. Новостной фон сейчас положительный. Трендовые индикаторы показывают предпосылки к росту. Поэтому локально на данный момент я ожидаю похода к зоне 7150 долларов. Там будем смотреть, пробьем мы ее или будем от нее отскакивать. Но лично я считаю, что с того уровня у нас будет небольшая коррекция по той причине, что действительно довольно большое количество продавцов сосредоточено в зоне 7200-7400. И пролететь эти уровни на пролом, ну, не такая уж простая задача. Но учитывая общий фон, я думаю, коррекция будет очень малозначительная, и все же мы будем в итоге пробивать уровень 7150 и идти выше. Мыслями своими я с вами поделился, больше затягивать не буду. Всем всего самого наилучшего, подписывайтесь, оставляйте свои мысли в комментариях. Работаем!